Хрюня, ты опять двери открыл. Закрывай. Дверь закрывай. Жарко же. Закрывай. Закрывай, закрывай. Вот ты, зайка. Ну, давай эту тоже закрывай. Вот. Не выдерживают тебе двери. Ну, давай эту тоже. Закрывай вот эту. Ёж. Стой ты. А эту ты будешь закрывать? Молодец. Ну все, теперь попрохладнее немножко будет. Ложись. Шуньки что-то нету. Вчера как ночью ушел, и все, не появлялся. Ложись, Дюсь, ложись, жарко на улице. Сейчас даже покажу сколько. Вот так вот, 32. Отдыхай. Дюш, да ложись. Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Нашелся Шунька, да, пришел под утро, возвопил, пожиел и сейчас на дорожке вот валяется. Хочу предложить вам небольшое видео про события, которые происходили 5 лет назад. Это будет видео воспоминания о ротвейлере Усе. Да, кстати, многие не подозревают, что до Дюши мне еще тоже был ротвейлер, очень интеллигентный, мудрый, всеми любимый ротвейлер Пуська. Ну вот это память ему. Ребята, извините за качество, я сунулся, у меня вообще исходников практически нету. И, ну, извините, но это будет компенсироваться самим сюжетом. Я вот сейчас смонтировал, получил удовольствие от монтажа, от воспоминаний. Думаю, что и вы тоже получите. Давайте попробуем, посмотрим. Пока, дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. Дюша. Дюша. Дюш. Thank you.
Хорошо, молодец, молодец. Ну, видишь, как ему радостно. Давай пусть тоже запихнем. Пошли, Юш, пошли домой. Ага, лапу на кого? Пошли. Неси, Юш. Юш, неси.
Все, плюнь. Молодец. Сидите. Ты зайка.